знаете ли вы, что светящиеся в темноте браслеты совсем не обязательно покупать в магазине? Их можно сделать дома, причем потратив на их изготовление всего несколько минут. Ну что ж, не будем тратить время, поехали! Берем ПВХ-трубку длиной 22 сантиметра. Для того, чтобы соединить два ее противоположных конца, воспользуемся соломинкой для коктейлей. Отрежем от нее примерно 2 сантиметра. Заполняем один конец трубки термоклеем примерно на 1 сантиметр. Соломинку также заполняем клеем до половины и помещаем ее в трубку. Теперь смешаем люминофор со светоотражающей краской. Кстати, друзья, приобрести и то, и другое вы легко сможете в интернете. Сейчас этого добра там очень много. Смесь люминофора с краской хорошо перемешиваем до однородного цвета. Заполняем этим порошком трубку, но не до конца, оставляя примерно 1 сантиметр для термоклея. А с другой стороны трубки заполняем клеем выступающую часть соломинки. Аккуратно соединяем два конца браслета. Место склеивания спрячем под декоративным скотчем. Потратив совсем немного времени, мы сделали эксклюзивное украшение своими руками. Такой браслет – это настоящая находка для любителей необычных украшений. К тому же, благодаря люминофору он светится в темноте. Друзья, напишите в комментариях, понравилась ли вам эта идея браслета. А также подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока!